Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами прогуляемся к объектам, которые находятся по адресу проспект Ленина, 21 и 19А. И начинаю я свой маршрут от драмтеатра. Нам с вами вниз. И это все старинная часть города. Все дома вокруг здесь в процессе восстановления. Все еще не закончились новогодние праздники, а строители уже работают. Здесь был раньше кинотеатр «Победа». Кинотеатр «Победа», центральный район, улица Проспект Мира, она же Ленина, дом 34. Окончание восстановительных работ не указано. Чуть ниже кинотеатра «Победы» объекты уже преобразились. Это дом 1950 года. Здесь очень красивые дома с шикарной архитектурой. И мы с вами уже подходим к нашим целям, друзья. Этот угловой дом – это дом культуры молодежный. И чуть ниже – дом номер 21. Здесь везде ведется стройка. Напротив, через дорогу – то же самое. Везде ведутся стройки. Дом культуры молодежный. Очень красивое здание. Строители трудятся, молодцы. Праздники еще не закончились. Они пашут. Красавцы. Дом напротив, чуть ниже, уже преобразился тоже. А это дом по адресу проспект Ленина, 21. Наша цель.
Добрый день. Это проспект Ленина 21, да? 23. А, 23. А 21 где? Чуть ниже. Ну вот этот. Не, выше, выше. Это ж молодежный, по-моему. А, подождите, они же оттуда идут умираться. Да, значит. Или это все-таки? Вот это 23, это я точно знаю. Там даже вывеска висела. А вы посмотрите следующую вон там. Там 19А я вижу. Значит, это 21, скорее всего. А вот этот вот 23. Как видите, дом в процессе восстановления. А это проспект Ленина, 19А. Во двор я заходить не буду, там небезопасно. Ну а мы с вами, друзья, пройдемся еще чуть ниже, до Сафа. Посмотрите, какие красивые здания. Дом 1958 года. Отсюда хорошо видно до Саф. Все объекты восстанавливаются. Этот жилой дом тоже уже восстановили. Здесь раньше было музыкальное училище, и этот объект в процессе восстановления. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись по еще одной центральной и старинной части города. Как видите, даже в праздничные дни Мариуполь возрождается. Всем мира и добра! Пока!